меня бьет. О, да какого хера снял? У меня я в этом в крюке застрял в текстуре. А я вижу тебя. Нажми контроль. А мне не видно. А перед просмотром моего видоса по игре Dead by Daylight оцените канал, который называется Remix Play. На данном канале создатель Илюха выпускает летсплеи по разным играм. Здесь есть игры как Dead by Daylight, Outlast, Rocket League, есть конечно же Clash Royale, конечно же Танки Онлайн, Танки X, GTA 5 и многое количество других игр. Есть разные рубрики, есть такие рубрики, как допустим музыка из интро известных ютуберов или же смешные моменты с известными личностями. Ну а также Илюха может научить вас некоторым фишкам, допустим как же установить русский язык в игру Dead by Daylight. Ну а когда на канале Илюхе стукнет 1000 подписчиков, он разыграет 30 тысяч кристаллов на игру Танки Онлайн. Инвайт на игру Танки X, а также игры Rust, Rocket League и, конечно же, Dead by Daylight. А сам Илюха очень скилловый парень. Сейчас мы снимали с ним летсплейчик. Если вы еще сомневаетесь, подписываться или же нет, то смотрите видос и охеревайте с того, чему он может вас научить. Переходите по аннотации сейчас, кликайте вот сюда на эту, конечно же, кнопочку, подписывайтесь на канал, ну или же кликайте по ссылочке в описании. Там также есть ссылка на его канал. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, друзья, с вами Дим Федоров, и сегодня мы играем в игрушку, которая называется Dead by Daylight. Сегодня будем играть большой конфой, здесь есть и Forever Noob, Remix, и Берик, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Друзья, ну что же, я хочу сказать, что у меня уровень Джейк Парка уже 26-й, да, очень-очень много я играл в эту игру, и, конечно же, у меня уже 18-й ранг, и, кстати, скоро будет 17-й. Ну и, в принципе, друзья, я прокачал себе 4-го перка, у меня они все 3-го уровня, вы можете это заметить, и, возможно, если будет какой-то редкий, я их поменяю, потому что вот это мне особо не нравится, да, если я там раненый, она мне поможет, этот перк, но он слабенький, друзья, он слабенький. Все, друзья, как только мы прогрузим локацию, я потом продолжу. Ребята. Продолжаем. Да. Карта говно. Сразу хочу сказать, ферма. Ферма просто ненавижу. А тут прикольно, мне кажется, Диман, то, что, во-первых, в этой кукурузе херово видно. Во-вторых, можно... Невидимка. А, невидимка, да. А, он около меня! Я прям на него прибежал! Поздравляю, братан. Как всегда. Просто как всегда. Ребята! Это прыгай! Чё? Чё за лаги? Лаги вообще. Рядом со мной лагает. Эй! Чё? Лагает, лагает жестко. Жестко лагает. Может быть, ничего не лагает, пацаны, пока мне что. Всё нормально. Да ты капец, просто такие лаги, Диман. Тебя повесит? Да. А я даже не двигался. Да. Меньше опыта получишь. А я и смысл тут все равно, блин, этот. Он рядом? Да. Нет, казан. Пиздец, как лагает. Лаги жестко. О, да, вот же пингует. Он около меня, да. А зачем ты не это сопротивлялся? В смысле, я видос с телефона удалял. Ну, смысл, блин, на такой лагерной карте играть, когда я убегаю, а оно не убегает, я хочу перелезть, но оно не перелазит, а потом оказывается, что я вообще в него въехал. Ох, нифига себе. Что-то реально это. Нормально. Пока что нормально. Ремикс, ты следующий чинишь? А, вот, тут следующий. Тут следующий генератор рядом с... Маньяк около меня, я тяну время, пока на спей жму. Давайте там делайте что-нибудь. Окей. Рядом да, со мной есть попался генератор. Такой же Петрас, который постоянно около жертвы стоит. Не, вот сейчас прочувствовал эти пинги. Я сейчас вижу около меня до сих пор. Он около меня до сих пор. Тут рядом со мной еще один крюк. Сын, давайте скорее, такое время тяну. Все, он так. Винвиз. Он около меня до сих пор. Все. Да капец, просто капельку просрал. Ну вот как так из этих лагов, ну. Сейчас, тихо. Вон, теперь со спека смотри. Блин, маньяк идет сюда. Я вам столько времени вытянул. Да, ё-моё, пинг, я в стенку врезаюсь. И он за мной, зашибись. Убегай. Да, есть. Убегай! Подальше отсюда. Убегай.
Серег, говори, если что, где он? Серега, он с ремиксом? Сейчас. О, Диман, у тебя уже 5500 очков. Так, он от меня отстал. Нет, нет, продолжайте. Я тоже сделал. Ох, нифига себе, вы даете. Нормально. Еще нормально. Один генератор. А, Диман, ты дочинил тот, который я заводил? Да. Вот это вот пингануло. Да, Диман. Вот это просто я бахере, друзья. Рядом со мной я не могу убежать, блядь. Ты к кому-то сейчас подбежишь. Ё-моё, капец, телепортируюсь. У меня еще параллельный стрим идет. Это пиздец, ну это карта говно, или нам нас кинуло. Это Forever из-за того, что он стримак делает. Да, ох, нифига, я в воздухе вообще чиню генератор. Да какой-то азиат к нам попался в лаве, получается, вот поэтому. Ну что, будет прикольно побегать в лагах от него. А кстати, я помню, в лагах это, ремикс подтвердит. А, первая твоя игра-то? Уходи, ремикс. Да, я вижу. Вы острое тут, пацаны. Да как меня сквозь стенку кидает просто так? Я тоже. Все норм, так и живем. Да ёпта! Жесть, друзья, так, я ничего не могу поделать, лагает не только у меня, поэтому... Ремикс, оставь его незазаведенным. Хорошо. А вы зачем? Все, хватит. Крюк. Я крюк сломаю. Там да ёпта! Я в ахере просто, друзья, ставьте лайк за этот угар. Реальный угар, потому что по-другому это назвать нельзя. А почему Я просто убегаю от него, он нихуя не может сделать это, я угораю с этого. Ты как, сломал там крюк? Сломаю. А где еще один? Я вижу только впереди еще один генератор, а крюк... Иди, чини его. Ну блин, он посреди карты, считай. Да, он не пойдет туда, я думаю. Нормально. Я нажал чинить, меня в сток стены. Нормально. Давай, Диман, заводи. Завожу. А, кошка. Он за мной прям. Увожу его оттуда. Да меня вообще поддергивает, ты видишь это? Я вижу, давай еще не скорее, он к дому пошел. Он за мной, потому что бежит. Я его увожу. Ой, Диман, какие лаги. Ой, Диман. Капец какой. Ой, Диман. Капец, что так пингует-то жопа. Да я просто... А за кем он сейчас идет? За мной. Слава богу. Капец, я сейчас просто в комбайн врезался. Парев, ты починишь? Я убегаю нахуй. Сейчас Диман починит. Я прыгаю по картам. Не водите его к комбайну, водите в другую сторону. Да. Все, капец мне. А там крюков нет, я же поломал все. Ты уверен? Ну вроде бы я крюков 7 сломал. А сейчас по-любому окажется так, что... я, короче, нажимаю, кликаю, а это у меня не сработало. Нет, он повесил. Ну, да, значит, просто. Тебе повезло, мы не сломали этот крюк. Да, а ты ломаешь? А ты ломаешь крюк? Ты мне? У тебя саботажа нету, что ли? У тебя же такой же перс, как у меня. Нет, у меня еще нет, у меня только кошка есть. Форев, что, спасем его? Он рядом с тобой? Да, он со мной в инвизе стоит. Форев, ты заведешь? Я пока завожу. Ты заведешь? Ну, думаю, да. Ну, сколько? Еще долго. Еще скоро половина только будет. Ладно, фармочки. Уходит из инвиза. А он рядом с тобой? Да, чисто прям со мной стоит. А теперь? Теперь стоит. Да ну нахер. Да я херею с этим. Господи, друзья. Когда просто вот маньяк стоит около жертвы. Постоянно. Ну вот, блин, ну смысл. Ну хотя прикольно то, что он может там подпиздить. Но... Да, он свалил. Нет, не свалил, вернулся. Он в инвиз вошел и стоит. Сиди. Я тяну время, давайте, убегайте тогда. Потому что меня уже спасать без. Он в инвизе? Нет, уже не в инвизе. Просто стоит, меня бьет. О. Да какого хера снял? У меня я в этом в крюке застрял в текстуре. А я вижу тебя. Нажми контроль. А у меня не видно. А у меня у меня не виглится, но виглится очень сложно. Ой, Диман. Ёпта, я буду. Диман, давай. Давай скорее бегите на выход. Да что?
просто давайте скорее бегите, бегите. Где выход, блин? Прямо. Диман, у тебя есть еще уже 12 тысяч. Я офигею, как нас телепортируют. Да, жестко. Бля, ну, ребята, я это выложу чисто потому, что таких лагов никогда в жизни еще не было. А что за хуйня? Я 15 раз выбежали. То, как залагал ремикс, это просто... Это стоит посмотреть. Я не хочу это терять, конечно же. И поэтому, ну, в любом случае, мы еще запишем одну каточку для вас. Потом уже закончим. Друзья, сейчас вот буквально недавно я прокачивал своего перса. Как вы видите, у меня остался всего лишь один ход. Либо это, либо это. Ну, короче, не знаю, что выберу. Я выбил кость. Кость дает возможность, значительную возможность попасть в локацию Macmillan Estate. Я, конечно же, ее поставлю. И давайте мы проверим, насколько значительная она или же нет. В общем, сейчас мы загрузим локацию для вас и проверим. Ну, короче, лайфхак такой, друзья. Я думаю, что многие уже и попробовали Dead by Daylight, и уже играют с друзьями, и они встречались с тем, что когда вы с друзьями в одной, в одном лобби, то есть вас двое, а не в лобби, где уже и маньяк, и все остальные, и вы не можете подключиться именно в основную лобби. А для этого что нужно делать? Короче, друзья, как только у нас доходит время от 5 до 0, резко нажимает один человек ready, и обратно ready, обратно ready, обратно ready, обратно, и тогда шанс того, что тебя закинет в лобби к основным игрокам, намного увеличивается. Я так пользуюсь... Выходи, да, там где дом. Уже за мной. Опять лагает. Короче, пацаны, один выход есть около домика. Там генератор, я его еще не... Если что, там есть шкафы. И там, Диман, есть рядом крюк. Я крюки по КД и так ломаю, пытаюсь... Я говорю, и она за мной бежит. Пытаюсь, короче, сломать крюк. Один из. Ох, как эти цилиндрики-то запускаются. Он около меня. Я слышу сердцебиение. Я монстру пытаюсь что-то сделать. А тут ремикс такую дичь творит с этим, с маньяком. Смотри, если он попадет по тебе, то жопа. Главное, монстру его с деревья, чтобы он... Пацаны, не уводи от меня ремикс. А, я чё... Ну, окей, ещё в другую сторону я обратно побежал. Я просто бомбанул. Так, блин. Бомбанул один генератор. Я чиню, короче, геник. Так, а где ремикс? Он бесит меня. Где? А, ёма, а, я тебя вижу. Если что, я тебя поведу спасать. А по-любому надо будет спасать. Фарев, ты где? А, ты тоже чинишь, ладно. Так, ну вроде здесь не лагает уже, да? Не, ну здесь без лагов. Прошлая, ребята, катка была вообще с жесткими лагами. Это было просто жесть. Специально вставлю, чтобы люди посмотрели. Кстати, многие мне говорили, что не лагает, у других не лагает. Друзья, да, Dead by Daylight вообще жестко иногда бывает лагает. И некоторые просто не вставляют. Это я вам покажу, чтобы вы ознакомились с лагами, так какие они бывают. Меня повесили на горе, маньяк свалил, а он внизу сейчас стоит. Он ко мне идет, блядь. А я снимаю ремикс. Давай, Берри, хорош. Уходи в эту сторону. Да, давай, сваливай меня. Давай, 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 аккуратно, он сейчас придет, я его видел, он развернулся. Там есть почти уже готов этот. Ааа, лох! Обманул. Он куда идет? Ааа, он меня споймал! Не! Пингует, все равно еще пингует. Ой, он за... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестко, пацаны. Сегодня что-то жестко пингует, да, друзья. Отвали, чувак. А? О, фух, я свалил немножко. Так, ой, не-не-не-не-не, ну почему ты тут подсаживаешь, какого фига? Виглись! Ребята, виглимся. Давай. Он меня вешает, Диман, на тот крюк, который я тебя просил сломать в самом начале. А я поломал, я думал, он сюда понесет и сломал этот крюк. Он ушел. А нет, он в доме, короче, стоит сделать меня около крюка. Он там около выхода, он около выхода за углом. Как на выход смотреть, он справа. Так, он около меня, аккуратно. Я в большом доме на втором этаже завожу генератор. Он ушел, давай скорее. Уходим, уходим в ту сторону скорее. Потом починишь меня. Давай. Он там заводит. Вот тут камень есть какой-то. Погнали сюда. Аня, мы за него не спрячем или спрячем? Нет, не спрячем. Где ты? О, Диман! Берик! А еще он за мной! Берик! Ой, он быстрый! Он при помощи бензопилы. Да. Эту херь прочудил. Нифига себе! Он тебя обратно несет? Да это капец просто! А, Диман, ты где? Я возле Берика. Я Диман видел. Блин, капец, а я думал то, что все, капец, он ушел в другую сторону. Он куда так ушел? Не знаю, я не могу смотреть, я спейжму.
Капец, как жестко. Но у меня сердце бьется. Аккуратно, Диман. Я раненый. Он в дом побежал. Блин, Диман, капец. Аккуратно. Хорош, хорош, Димочка! Вы сваливаете? Да. Хорошо, давайте. Да су! Блин! Перп, кто просто, блядь! Подлечи, 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 кто около меня? Стой, подлечи меня. Идите спасать меня. Да он тут, пошли, блядь, пошли. Идите нахуй, спасать он меня. Он Димана несёт, иди сюда, Форев. Он не идет никуда за вами, иди. Идите лечите, я говорю, и потом меня спасать, ёпта. Серёга, я заколебался тебя спасать, ёпта. Ох, как смочно меня посадили. Он в вашу сторону бежит. Ремикс, спасай, бегом. Обратно бежит, стоп, Ремикс, заскрысься. Он особо не сидит, не галдит над жертвой. Пацаны, с двух сторон просто. Так, аккуратно. Ремикс, он пошел в другую сторону, давай, подгоняй ко мне. Так, я иду. Ремикс, стоп, за деревьями. Идем, где он? Ремикс, стоп, 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 за деревьями. Пошел, 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 пошел потихоньку. Блин, он, по-моему, меня спалил. Быстрее, быстрее, быстрее! Я иду спасать. Ремикс, мы сейчас придем. Я около дерева, я прямо около... Стоп, вы где? Вы тут были? Да, я тут. Где вы? Я около дерева, я прямо около крюка. Он, наверное, он крутится. Бля, я его вижу, сука, пидор. Я уже это, пробил. Сука, как лагает, а? Он близко ко мне, он близко ко мне, я отвлекаю. Снимай, снимай. Он близко ко мне. Форев, ты в доме? Зайди в дом. Я ушел, он близко он ко мне. Он за мной бежит, он за мной бежит. Берик, зайди в дом, кто-нибудь в дом. Окей, я сейчас, 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 сейчас. Чё ж он тут везде эти все доски поломал? Нечем мансоваться. Ладно, пошли, полечишь меня. Пошли в дом. В дом? В дом, да, вот тут лечи меня. Я ему... Ребята, он к вам не он сюда. Он тут, он тут, он идет. Он возвращает меня на это же место. Все, ребят, я труп. Я труп. Это держи, была тупая... Убегаем! Я труп. Это была тупая идея. В смысле? Зайти в дом. Надо было куда-нибудь спрятаться. Ребят, нам остался... Ай-яй-яй-яй, это блинчик! Да почему все так жестко? Форева, я делаю рекавер. Приходишь, поднимаешь нас. Да. Форева, только не заходи сейчас в дом. Берик, делай рекавер. Я убегаю. Я выйду за дом, что-то. Форева. Все, я в траве. Почему так долго Вигл идет? Я в траве около... Давай. Он ищет крюк. Давай скорее, скорее, налево, Форев. Блин, еще чё? Я херею с того, как долго виглится. Не лагает, сука. Очень долго виглится сегодня. Чё с дедбаем происходит? Я бы обычно... Я бы уже завиглился. Чё за бред? Убегай, Форевер! Чё все орут-то так? Чё вы орёте, блядь, сука? Доебались до меня. Я тебе говорю, убегай. Форевер, снимешь меня? Я иду к тебе. Хотя он за мной, по-моему, гонится. Нет, он около меня, пацаны. Пацаны, поднимайте меня. Уходим. У меня рекавер. В дом идем. Уже. Капец, он с бензопилой. О, Диман, видел люк? Нет. Диман, иди сюда. Там справа от дома был люк. Окей. Я на втором этаже. Ты куда? Форевер, ты где? Я на втором этаже. Мы придем к тебе, нам нужно залегаться. Ну, давайте. А я когда дохленький такой лежу, у меня хп тратится, нет? Форевер, он за тобой? Да, он за мной. Я в траву уйду. За тобой? Да ёб твою налево! Форевер, иди поднимай Берика. Берик, иду к тебе. Бегаю. Если чё, около большого дома люк. Ты видишь меня? Поближе ко мне идём? Да. Меня в логове повесят, мне капец. Ребята, просто лекайтесь друг с другом. Серега, ну это все из-за тебя, я твой налево. В смысле из-за меня? Я не виноват, что он с бензопилой такой быстрый, я думал, вообще убежал. Во-первых, я не понимаю одно, какого хера так долго виглится? Это очень сложно стало виглиться. Почему? Почему так сложно стало виглиться в последнее время? Тимана, почему ты убит? Я убит, потому что три раза. Во-первых, я тебя два раза спасал, потом еще кого-то спасал, потом меня постоянно спасали. Я не мог завиглиться. Я бы завиглился, если бы он... Я херею, это просто, это лаги, друзья, это 100% лаги, я могу сказать со 100% точностью. Форевер, иди в дом.
Он все, он от форе... О, да, тут генер заряжен. Где генератор? Диман. Берик, проще сейчас скажу. Я сейчас наведу, я не стал заканчивать видос, в принципе. Также и Берик записывает, можете у него посмотреть. Forever, тебе мансовать надо возле деревьев. А лучше в дом забежать. Больше шансов от того, что... Я чиню генера, Forever. Главное, чтобы ты бежал и не бежал на то место, где мы были. Forever, ты дом вообще не знаешь? Forever, правее бери. Правее, Forever, правее, не в ту! Ага. Сейчас я генера дочиню и будем... Forever сейчас дико лагает вообще. Это жесть, да, это... Опять лагит твою дивизию! Нормально же было, почему лагает-то? Начали записывать и сразу начались лаги. Ну ладно, нормально, нормально. Мы втащим этого изёвого маньяка, втащим по-любому. Берик, ты починил? Бля! Оно резко начало. Понимаешь, оно там, он около меня. Сейчас бьется. Берик, он за Форевером бежит, иди чини. С карты, когда, если что-то около меня будет. Чини или... бегом. Давайте. Forever просто мансует за этими лагами. Вот примерно точно так же Forever затащил. Forever за дом! Ой, не за дом, за дерево. Ты же понимаешь, что у него бензопила быстрая очень. Он я промахивается. Я офигеваю, какая она быстрая. Он ее когда использует, он ускоряется. Так почему он всегда с ней не бегает? А там она... Блин, там... Как объяснить? Там сложно попасть. А, он рядом, он рядом, он рядом! Ай! Иди открывай, Forever, иди открывай. Берик, мансуй. Берик, возле дома, если хочешь, посиди, там есть люк. Да. Ебать, как сука, прыгает все нахуй. Дом справа, слева точнее. Нет, это не у этого дома. Ну, возле да. этого дома. Ну! Forever, сразу уходи. Он ушел или нет? Я хз, потому что я тут... Половина, ты у люка? Нет. Я направлю он, его к люку. Он меня пробегает, пацаны. Forever. Я ушел. Так. Так, одного спасли, второй. А, не туда ты побежал! Берик, обратно вернись. Большому возле дома, дома люк. Возле дома люк. Возле большого этого дома, который впереди. Да, только вот спрячься. В дом зайди пока. Где-то он вокруг дома здесь, люк. Вокруг дома? Да, вот да. где-то тут можно посмотреть. Лаги, так. Здесь нет. У близко вокруг дома или где? Не да, знаю, да, ремикс да, сказал да, здесь. Да, 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 вот где-то здесь Диман пробегал и было люк. Чё за херня? Вот оно, да, давай! Да! Красавчик, да! Красавчик, у меня 10 тысяч, у меня капля. Еще 7 тысяч. Отлично! У Берика 18. Блин, ну это очень плотная карта. Он получил сейчас 7 из-за того, что... У него 14 ранг, да он очень опасный, пацаны. И у него, походу, этот перк на... Не знаю, короче. Ребята! Это жесть, это реальный потняк и... Я думал, ты спасибо вот, мне вот, хочешь сказать или нет? Я тебя два раза пожертвовал с собой сносил. 500, Диман, спасибо тебе. Я, блин, я просто, короче, думал то, что все, мне капец, когда мы уже, когда меня повесили или когда он меня уже пизданул. Я уже думал, все, капец. Ну нет, ребята, тут, блин, произошло какое-то чудо. Так, у меня 20к. Чудо, это я был чудо, когда я тебя два раза спас и с собой еще, конечно, пожертвовал. У меня 27 уровень получается уже. Так, а я пока буду все прокачивать, да? Да, прокачиваю, кто Господи, ребята, это достаточно интересный перк, я который трейл, я бы хотел. А у тебя quick and quick который бы я хотел, конечно же, проверить и в действии. Ладно, друзья, я оканчиваю. Продолжение смотреть у Берика. Ну и всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте 1000 лайков. Всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.